пошло. Вера, на место. Свои ноги. Блядь. Головой. Здорово, иди откуда. Ну, строго. Не, он хорошо, как ты делал, молодец. Ну, он хорошо не делал. Тара, Тара. Слушай, болтайся в нее. Тара. Центр, быстрее, центр. Держись!
Thank you.
мяч есть. Да, не обязательно. Давай.
будет 8-0 проиграл, сейчас всем будет херачить. От злости своей. Нифига, Толик в бейсболке. Тарасов, в два раза меньше тебя, блин. Отходим, отвечаем. Отходим. Все, можно. Четко, да? Четкий парень. Просто вперед! Гол! Гол! Блять, я кости знал. Ну, чувствую. Середине семерка, да? Да. Косяк сегодня играет. А? Косяк. Я знаю, он же будет. Это что такое? Он зато играет там. А, в UFC. Что-то там есть. У Луначарска, да? Не, на Луначарска, на этом. Ты квазар. А, да. Я говорю, что-то в поле нашли где-то. Не, UFC fight. Это шакат, что ли? Белый шакат, желтый на мыс. На мыс выигрываешь? 3-1 шакат выиграл. Так, шакат выиграл? Заключительно на сегодня. Завтра приходи. 1:08 с 9:30. Наш-то лучше. Да, видишь, как у нас. Ваш лучше. Завтра уже это там. Хороший матч будет Арман, Ленинский. Купар с кем будет? С Нортом. Норф. А кто забил? Я говорю, Тулпа с Нордом же будет. Фамилия, пожалуйста. Ансат Муратович. Ансат Мурат. Ансат Муратов. Не, завтра хороший матч. Там завтра будет. Тулпар Норф. Это будет там, да, все? Блин, ну ладно. Ленинский первый играет. Ты же в этот Инстаграм закидываешь? Да. Молодцы, вот вы подписчики. Все равно интересно, что жизнь, какая-то жизнь. Заводом или ветераном? Заводом. Ну ведь да, мы как. Завод от завода ветеран. В Актобе? В этот поедем. Актобе. А эти в Хамтау. Там жарище. Жарище? Там всегда жар. Туда же все едут. Да. Ты что, тоже уезжаешь? Нет. Ты здесь оставайся.
А ты что, за кого? Не-не-не. Он как оператор. Он только за жанромет. Нет, настольный я мог бы. С детства за жанромет. Там же, кстати, кто с настольного тоже едут все. Там вообще спортивный такой город, да? Все. Иди, Кеш, иди, бей! Там, получается, все виды спорта, даже плавание, все. Не, автобит, там и футбол хорошо развит. Ай, Тарас поверил в себя, он все, бьет с любой дистанции. Акмар тоже учитель работал? Головы? Нет. Он же в Пожарске работал. А сейчас теперь это скоро за Динамо будет. Все, почти собор пошел. Почти устроился. Серьезно? А здесь тут тоже говорить нельзя? Здесь, ну, это он селекцию Динамо сделал. Пенальти будет? А? Пенальти. Это он как Лория пропускает. Не помнишь, как Лория пропустил, а с середины вошел в разгон. Это 2005-й, да? Ну, когда-то, я не помню. Там же команда такая была слабенькая, слабжая вкуса. И, бля, он почти, ну, не с середины, а вот, блядь, сдалека, как воткнул его, не достал, не зашил. Они же вся выходят. Ну вот он выходил, а у него же еще рост невысокий в Лоре. А где он вот в Инстаграме смотрел, Манчестер или Челси, что-то он делал, прям на матч. Когда эта королева умерла, и вот они там. Забил-то? Вот забил. Да. Пас был еще. Вроде его маленький пас дал. А, Лёлик? Да. Королеву провозали, типа. Ничего себе. Бля, вот на таком бы матч ходил бы, да? Полностью сидел. Да. А вы сейчас уже сегодня играть уже? А, не стыкнул? Карьера завершил. Кого? Карьера завершил.
сейчас Талиев там. Сейчас Талиев по вратарям. Еще и на Лори подписан. Я? Я, да. На Талиева нет. Серьезно. О, карета едет. А Шакат на кого выходит? На металлург можешь выходить, да? Шакат. Будет хороший матч. На металлург и... Да? А очень хороший матч. Мне она всегда нравится. Да стыд, когда была. Именно ролановская банда. В очках можно бегать? Вообще нет. А подожди, можно секунду? Спасибо.
Сколько осталось?